13-летний Никита Калюжный в приюте недавно, с летом. Сейчас готовятся документы на его усыновление. Возможно, в следующем году у мальчика сбудется самая заветная мечта, и он обретет семью. А пока загадал получить машину на радиоуправлении. Надо сначала руку пожать. Поздравляйте с Новым годом. Держи свое пожелание. Дети ждут нас, дети как бы участвуют в этой акции «Елка желаний». На протяжении длительного времени они заполняют специальные купоны, в которых пишут все самые сокровенные желания, по поводу подарков, которые хотели получить на Новый год. Мы тоже, естественно, готовимся должным образом к этому. Сотрудники полиции, сотрудники Российской национальной гвардии делают все для того, чтобы дети получили своевременные подарки к новогодним праздникам. В приюте «Ровесник» содержатся дети и подростки от 3 до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Все они остались без родителей. И пока их мечты воплощают в жизнь другие люди. Настольный хоккей, кукла и Bluetooth-колонка. Каждый получил именно то, что хотел. Но есть желания, исполнить которые не в силах даже взрослые. В преддверии Нового года каждый из наших вот детей остро чувствуют отсутствие семьи. И у нас есть дети, которые даже желают у Деда Мороза, пожелания своих пишут, что просят, чтобы был папа и мама. Приют сотрудничает с Росгвардией много лет. Гости навещают воспитанников не только в Новый год, приходят и на другие праздники. Работники центра говорят, отзывчивых людей, готовых дарить счастье детям, с каждым годом все больше. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События.